Волнам не везет. Кто подскажет, кто поймет, отчего нам так давно не везет? Будем делать всем назло. Всем привет, всем привет! С вами Лига Music Wars. И сегодня у нас такая вещь, как крионит, улучшение за крионит и всякая такая разная прикольная вещь. В общем, меня очень сильно заинтересовало, могу ли я за крионит тычками попробовать улучшить в соответствии с тактикой. То есть две неудачи, одна удача, потом опять неудача и снова удача. Это стандартная тактика, которая давно работала как бы в этом. Но после небольшого изучения, проверки и так далее, то, что вы сейчас видите, я получаю вообще просто шедевральную вещь. То есть кислотрон не улучшается. Вот две неудачи, удача. То есть, ну, как положено, опять удача, а должна быть неудача. И тут получается, для проверки я проверяю тут, и 3, 4, 6 неудач подряд. Ну ладно, это вы сейчас посмотрите, это сейчас будет еще видно. И не забывайте, чтобы в вашем оружии, допустим, если стоит какой-нибудь идеальный аркон, и вам надо его вытащить, достаточно его сбросить на один уровень вниз, и аркон выпадает. Ну, я имею в виду, допустим, на 16 уровне вы можете улучшить и поставить 2 аркона, то, соответственно, на 15 уровне, ну, вы можете ставить только один аркон. Ну, типа такого, чтобы, ну, примерно знали. Поэтому я оружие свое Tommy Gun сразу же изничтожил, то есть на один уровень вы видели. И я оттуда вытащил себе в студию, в общем, идеальный аркончик. Вот. Здесь я, короче, очень сильно материться начал. Извините, я тут иду на ускорении, поэтому вся вообще процедура длилась минут 10 где-то. И я, в общем, очень сильно меня подгорело. И я начал вообще все с подряд, короче, проверять, тыкать. Я тут начал в непонятках, короче, думаю, надо попробовать что-нибудь поулучшать. И тут я ставлю, короче, мебель, думаю, дай-ка я ее проверю, она раз на два апается. Короче, у меня появился тетрис плюс 15 уровня, который мне нафиг, короче, не нужен был 13-го. Но я его за две тычки, зато кислотрон, у меня три неудачи подряд. Я, короче, поматерился, думаю, что-то, короче, не то. Ну-ка, давай, думаю, вот. Ну и так, короче, на проверку, то есть. Вот, три удачи, я думаю, о, круто. Раз неудача, я думаю, давай нафиг вот эту поставим. Вот это пошло, раз неудача, еще раз, два неудача, три неудача. И, о, тут такая радость, говорю, раз, опять неудача. Я говорю, ну-ка, давай проверим. И пошло, пошло. И, ну, дальше, короче, сильно заглядывать не буду. Можно даже музыку поставить. Ну, я хотел до одного момента тут прокрутить. В общем, если кто-нибудь примерно предполагает, какая, ребята, тактика на этом улучшении, кто-нибудь хотя бы в комментариях отпишите, потому что старая работать перестала. Нормально и адекватно. Я очень сильно матерился, потому что до 6 различных неудач меня просто конкретно взбесили. Мне тут говорят, а я тут тычками улучшил амулет до плюс 10 уровня. Я говорю, я вообще не представляю, как так возможно. Я потом, а, кстати, да, вот смотрите, здесь я тыкаю, получается, и в минус, в минус, в минус, в минус, короче, 4 раза. Я говорю, о, красота, вообще просто шедеврально. Понял, что шанс, короче, не меняется на улучшение. Я здесь совсем уже отчаялся, потому что сейчас вот так вот пойдет. Вот, ну, на тычках проверка. Раз, два, три неудачи, четыре неудачи. Блин, вообще. И все, короче, я, наверное, забью. Нет, я еще поверю. Я хотел проверить одну из тактик. Допустим, получается, у вас неудача, и ставишь сразу элитку, чтобы, допустим, удача прошла. Здесь я еще раз попробовал по стандартной схеме. Не прошло. Ну и, в общем, короче, я плюнул на это все, потому что, ну,
шансов, короче, не было. Я думаю, ну все равно крионит некуда девать, мне два предмета, только студия осталась, и поэтому, да ну его нафиг, короче, и полностью за элитку, целиком, раз за разом, то есть, топя неудачу, и идет вверх, идет и идет, то есть, ну, оружие надо было сменить после того, как я с техподдержкой переписался, и они сказали, что мое дистанционное оружие нафиг никуда, короче, типа не годится, оно все равно тяжелое, на него бонус не идет, после него я перекрутил, конечно, свои умелки, и здесь, блин, я представляю, сколько там вообще на 25-й, если элитным улучшать, это ж просто шедевр, и все у меня тут, о, давай, и 50-ник, это